В лицее поселка Афипский продолжается строительство блока начального образования на 400 мест. Ход работ проинспектировали члены выездной комиссии во главе с руководителем муниципалитета Андреем Дорошевским. На сегодняшний день готовность объекта составляет более 60%. Проводится монтаж оконных блоков, внутренних инженерных сетей, электропроводки, вентиляции, канализации и отопления. Продолжается внутренняя отделка, на завершающем этапе работы по установке ограждения территории. Глава района напомнил представителям подрядной организации о важности объекта и необходимости ускорить процесс его возведения.